Лет 5 назад река Купеленка была излюбленным местом видновчан. Сюда местные жители даже приходили купаться. Сегодня водоем обречен на вымирание. Его загрязняют не только коммунальными стоками, но и мусором. Чего здесь только нет. Пластиковые бутылки, посуда, остатки еды, пакеты с древесным углем и брошенные мангалы. Свалки мусора повсюду. Такая живописная картина семью Ивановых возмущает. Не так давно они купили квартиру в этом микрорайоне и мечтали жить в экологически чистом месте. Мы вот приходим только уточек кормить. Вот у нас хлеб. И мы кормим. Там маленькие, да, утята. Там и мы каждый день приходим, кормим. А вот другие люди вот засоряют. И вот гуляют. Да. Ну, гуляет, гуляет. Но за собой убирать надо. Ну да, это что, не понимает, что ли? Я не понимаю вообще. Ну, больше всего, конечно, возмущает нас вот этот слив туалета. По словам местного рыбака Анатолия Макарова, река с каждым месяцем загрязняется все больше и больше. Уже 20 лет он рыбачит на Купеленке, и кроме карасей сейчас улова никакого нет. Мне говорят, ты куда ешь на рыбалку? Я говорю, ну помойку. Запускаю окушка, он не живет. Так это немножко, даже не растет. А второе пахнет. Ой, пахнет. Такого не было. Те, кто сюда часто приходит полюбоваться живописной природой и покормить уток, которые пока еще живут на водоеме, одновременно наблюдают, как здесь каждую неделю растут горы бытовых отходов. Причем ими загрязняется и река. Хотя в нескольких метрах с новостройками стоят мусорные контейнеры. Ну как вы думаете, почему люди приходят отдыхать и вот после себя оставляют такие вот свалки? Ну просто люди разные бывают. Может, плохое воспитание. Нас мама по-другому воспитывала. Люди, которые здесь отдыхают, своими руками загрязняют набережную реки Купеленка. И, видимо, о правилах поведения на природе даже не задумываются. По району дежурили Ирина Бокова, Владимир Бежонов, «Видное ТВ».